Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам расскажу, что такое eSIM, как устроена eSIM, какие операторы eSIM поддерживают, как активировать eSIM, плюсы eSIM, на каких iPhone есть поддержка eSIM. Начнем с простого. Что такое вообще eSIM? Перевод eSIM это Embedded SIM, что в переводе означает встроенная SIM. Это физическая SIM-карта, которая встроена в самом смартфоне на плате устройства. Она программируемая и поддерживается оператором, который доступен в той или иной стране. На каких iPhone есть eSIM? iPhone 10s, 10s Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max. Как активировать eSIM? Качайте приложение доступного оператора, выбирайте eSIM, оплачивайте. На почту приходит вам QR-код, сканируйте этот QR-код в специальном меню. Подтверждение нового тарифного плана через камеру iPhone. Выбираем тарифный план. Дальше идет настройка переноса своего номера данных с физической SIM-карты на eSIM. Плюсы eSIM. Две активных SIM-карты, то есть получается eSIM встроенная и которую вы можете вставить в физическую SIM-карту. Физическую всегда сможете сменить, не теряя своего основного номера, который будет у вас на eSIM. Если потеря iPhone или его украли, ваш номер не удалить уже, так как он активирован на eSIM, заблокировать или удалить сможете только вы. Так как все коды, пароли, смены пин-кода, активация находятся на почте с тем самым QR-кодом. Какие операторы поддерживаются eSIM в Украине? Это TriMob и LifeCell. Вот и все, что вам было необходимо знать. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мое новое видео. Ставьте пальцы вверх, оставляйте ваше мнение в комментариях, что вы об этом думаете. Всем пока! 看得惯少爷都懒得管背后的boss也都随你便，地球还得转太多，是等着半职位看到更屌的girl，你借，所以别再胡说八道，在现实里没有人会为你拼。等我把我想要的。